Сибирь. Широкая, взглядом не охватишь. Бескрайняя, куда ни посмотри. И везде живут хорошие люди. Больше 100 национальностей, 100 культур, сотни традиций, преданий, легенд. Деревня Юрт-Ора в Новосибирской области – историческое поселение чадских татар. За каждой околицей, за окном в резных наличниках – своя история жизни. Это частицы большой истории земли сибирской. Несколько столетий здесь, на берегу Оби широкой, живут чадские татары или чаты – один из коренных малочисленных народов Сибири. Деревню Юрт-Ора включили в список памятников истории и культуры Новосибирской области. Имам местной мечети и староста деревни Навиль Шагабуддинов создал музей, посвященный поколениям предков. Родился и вырос в этих местах, вернулся спустя годы. Усадьба чадского татарина – уникальный этнографический комплекс, живая копия избы его родителей, построенной больше 100 лет назад. Картины быта, как жили большой семьей, как детей растили, гостей встречали. А вы в настоящее время находитесь в историческом поселении чадских татар. Наша деревня очень древняя. Здесь жили и живут чадские татары. Это этнос такой, отдельный диалект татар. Ну, я могу с вами поздороваться на нашем диалекте. Якшабытынгнерселер, допустим. Якшабытынгнерселер, я задаю вопрос, и вопрос вам задаю. Хороши ли вы? А вот на традиционно татарском языке, вот, ну, на поволжском, на казанском, исянмесес, допустим. Мечеть, центр селения. И географический, и духовный. Любое дело, труд или трапеза всегда начинаются с подобающей молитвы. За столом старожилы деревни. Есть и те, кто сегодня выбирают деревню на жительство. Аминь. Я вот родился в этой деревне. Вот через два дома, вот справа, находится мой отцовский дом. Здесь я учился, начальную школу заканчивал. Здесь восьмилетнюю школу в соседнем селе. Ну и потом я пошел уже по жизни, большую жизнь. Поступил в военное училище. Два года в Афганистане побывал. Потом служба в армии. Военная академия, служба кадровую закончил. Ну и вернулся вот в свою деревню, где родился и жил. Вот посмотрите, когда я вернулся в 90-е годы, уже в свою, говорится, деревню после армейской службы, я впал в уныние, потому что деревня, ну, в 90-е годы, представляете, начала уходить в никуда, и люди разъезжались много. И вот тогда я сделал намерение, в душе намерение, что вот вернуть долг своей деревне, где в родной деревне, где я родился. И вот сделал намерение, не яд, чтобы создать концепцию развития деревни, чтобы приостановить распад, поднять те традиции чадских татар, которые были. Написал концепцию создания культурно-исторического музейно-туристического комплекса. Мы находимся сейчас в усадьбе чадского татарина. Здесь мы воссоздали усадьбу чадского татарина, как наши предки жили вот в прежние 18, 19, 20 века, вот опираясь на то, что я помню, двор деда своего отца, сделали такую усадьбу, чтобы показать людям историю, как жили наши предки, как жили наши чаты.
еще. Житло еще крым йокон жиритуге. Осень в деревне, время тишины. Пора задумчивая. Дети и внуки после шумного лета уехали в город. Но с той поры, как многовековая деревня обрела свой музей, почти каждую неделю Навиль Шагабутдинов проводит экскурсии для гостей. Сегодня телевизионную. Семьи были большие. Хозяину обязательно надо было во дворе построить вот помещение, как летнюю кухню, сейчас можно так назвать. Потому что дома вот типичные были маленькие, всего две комнаты там. Зимой, естественно, там хозяйка кормила, поила все. Но как только забрежило солнце, весна, и хозяйка убегала в летнюю кухню. Вот хозяйка в такой летней кухне кормила свою большую семью. Вот, например, у нас в семье было 9 детей. Бабушка, отец, мать, 12 человек. Мы должны были вот кормиться. Вот даже есть достопримечательное место такое, у кого была возможность, сделали. Это называется тор. Здесь тоже прием пищи происходит. Видите, здесь даже можно отдыхать. Национальные блюда санза, баурсах, тарки, чупашмак, парямеч. То есть все, что стряпали наши родители, наши бабушки, вот все вспоминается, конечно. Я помню, как мама моя блины пекла. Вы представляете, блины. И тогда жили так дружно вообще. Вот деревня рядом, что вот соседи, да, все дети. Вся детвора здесь была. Когда мама пекла блины, она печет, 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 и все мы растаскивали. Представляете, с печи, вот, допустим, калачи вытаскивают. Хлеб же пекли раньше, не покупали. А школа, большая перемена, 20 минут. Школа начальная, прибегаешь, тут бабушка или мама вытаскивают хлеб. Прямо краюшку отрываешь, и сверху сметана или масло сразу тает, сверху сахар. Иду в школу и кушаю. Пока дойду до школы, доедаю звонок и захожу, сажусь сытый. Воспоминаний детства очень много воспоминаний. Благодарность моим родителям, бабушкам, дедушкам, что нас вот вырастили в такую большую семью. Сейчас, вот представляете, 9 в деревне 9 детей вот, вырастить. И были семьи 11 человек. Ну, в основном 6, 7, 8, 9, 10, 11 вот таких семей. Это в 60-70-е годы 20 века было еще. Татарский куриный суп «тахмач» булькает в большой кастрюле. Домашняя лапша своими руками сделанная. Ароматная, тонкая, горячая. Голодным здесь никого не оставят. Накормят досыта от души. В первую очередь тарелки подают старшим. Незыблемый закон уважения. Здесь традиции соблюдают, хранят, передают бережно из рук в руки, из века в век. Уважают старших, привечают гостей. Это гордость, это генетика чувашских татар и вообще, наверное, татар. В первую очередь гостеприимство, обязательно. Моя мама воспитывала бабушка, моя мама передала мне, я передала своим детям. Это гордость, я горжусь тем, что вот эти гены мне достались. Вот, смотрите, это, кажется, вроде погреб простой, да? Но это ледник. В нашей деревне в 1967 году появился свет. А до этого, в те века и до вот этого времени, до 70-х годов прошлого века, пользовались ледниками. Вот 3 метра выкапывали погреб такой, ледник. В декабре, когда обь вставала, лед вставался, толстый лед появлялся, и наши мужчины, парни брали пишню. Ну, пешня – это приспособление, чтобы долбить лед. И повозками, кто на санях, кто на санках, вот, таскали все вот сюда лед. Потом лед 2/3 заполняли полностью, сверху снегом и соломкой немножко. Я вот в детстве часто бегал
часто бегал в этот ледник, в такой ледник, и доставал, что мама скажет, что папа скажет. Было там прохладненько, скажу так. Особенно, когда с кадок достаешь эти самые капусту, допустим, квашеную, так она вообще вся во льду была. И долго-долго приходилось ждать. Мы не выдерживали, конечно, кушали холодное, потом зубы ломило. Сегодня мы собрались у старейшины нашего поселения, на Шарайсаба. Мы собрались все родственники сюда. Это традиционный чацких татар стол. Обязательно суп, тахмач называется, насыщенный куриный бульон с лапшой, своими руками сделанными, то есть это все своими выращенными курицами и все остальное. Халяль. Халяль, да, это халяльная пища обязательно. Это санса. Это делается на все праздники. Чак-чак. Он в основном идет, где встречаешь дорогих гостей желанных, либо это свадебный, как бы пирог, торт. Пирог с черемухой. Это тоже наше, потому что наше поселение находится там, где в лесах очень много черемухи. И наши прабабушки, и наши мамы, и мы выросли на том, чтобы... То есть пирог с черемухой – это главная еда. Баурсак – это место хлеба. Это такое вот своеобразное... Попробуйте. Это наши любимые блюда. Мы с любовью приготовленные. Двери всегда открыты желанным гостям. Наши мамы передают нам. И мы эти традиции сохраняем. Мы собираемся обязательно с уважением к старшим. Это здорово для наших детей, потому что они тоже к этому тянутся. Наши внуки, они тоже к этому тянутся. И я так думаю, тогда не пропадет наша народность, наша изюминка чацких татар. Потому что мы стараемся, что мы есть. Понимаете? Здесь мы собрали, видите, все, весь скарб. Вот натуральным хозяйством жили. Вот эти корыца, лопаты, вот смотрите, сани вот эти, саночки маленькие, коромысла. Это все делали наши отцы и деды. Никто в магазине ничего не покупал абсолютно. Все своими руками, все было сделано. А учили детей, вот куда ни посмотрите, смотрите, вот это для чего, вот приспособление санки. Это, допустим, отец сделал такие санки точно, первое предназначение. Ну, это кататься, конечно, да. Детей возить и кататься, это, ну, это не основное. А еще предназначение, это возили навоз в огород. У нас было в семье 4 мальчика и 5 девчонок. Вот этим мы занимались, в огород возили, в воду таскали. С 5 класса отец мне сделал вот косу, чалга. С 5 класса я начал серьезно косить. Вот таким образом. То есть, куда ни глянь, все приучали нас к труду. Мы постоянно были в труде. Милая моя, в деревне что учились? Все, работа, скотина, учились в школе, все у нас как. Родителям помогали. Например, у моей мамы у нас 10 человек было. Родителям помогали. Огород, особенно деревня. Например, я свою мать по глазам понимала, где хорошо, где плохо. Посмотрела, значит, все не так. Возвращение домой, когда служишь людям. На той земле, где звучат молитвы твоих предков. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ашхаду ан ла илляха илля Аллах. Хайя аля аль-фалах. Хайя аля фалах. На самом почетном видном месте в семье всегда Коран. Вот этот последний святая книга от Всевышнего, Коран, он с 1916 года сохранился, вот Коран.
Вот когда мне было 50 лет, у меня мечта такая появилась, как бы мне вот открыть Коран, святую книгу, и читать на арабском языке. Бог мне помог. В 53 года я поступил в Российский исламский университет в Казани, закончил. И в течение 6 лет не только научился читать Коран, но и была реализована вот эта концепция по созданию культурно-исторического вот этого комплекса. В мечети Коран у нас еще 1904 года. Аллахумма такабал мина салатан сиямна кинна карат кумру сабар хумутана и валлаху. Аллахумма хстайха басму джам ульхам и ляхи рабин галамин бирахмати бирахам арахимин. Бисмилля. Аллаху камаламал амбисалам лукум. Агуз биллях мина шайтан ирраджим. Бисмилля и рахман ирраджим. Знакомые с детства улочки и тропинки родного села. Дорога ведет к монументу. На камне выбиты фамилии жителей деревни, бойцов Великой Отечественной. Таштемир Нигматулла Улы, Тимирбай Нигматулла Улы. Улы – это сын. Мы все, особенно мальчики, в школе мечтали, чтобы память наших предков, отцов и дедов, которые прошли Великую Отечественную войну, чтобы в камне где-то было. Ну, наконец, мечты сбываются. Вот в 16-м году мы здесь открыли в первую очередь вот обелиск. Когда обелиск мы открывали, я нашел 63 человека было, которые участвовали в Великой Отечественной войне, оформили, создали вот этот как бы под открытым небом, как музей боевой славы для наших отцов и дедов. И прибавилось еще 4 человека, когда я с архивами работал. И 67 человек вот сейчас на этом стенде. Представляете, у каждого вот фотографии, почти у каждого военные фотографии, награды какие. Каждая награда, описание за что, боевой путь части. История очень интересна. Вот в самом конце там мой отец, он награжден медалью за боевые заслуги, за отвагу, орденом славы. Он в 42-м году ушел на войну. Во время войны матери и бабушки, представляете, приходят две похоронки. И вот две похоронки приходят, его практически уже не ждут, оплакали. А в 46-м году он живой и здоровый возвращается домой, израненный. 4 ранения у него было. Вернулся, и на наше счастье еще 8 детей с матерью родились, в том числе и меня. Я очень благодарен, и в благодарность своему отцу. Смотрите, там я в конце стихи посвятил, когда он был живой, отцу в День Победы. И в его лице вот всем им посвятил в благодарность за то, что они есть, за то, что мы живем сейчас прекрасно, любуемся этим миром. Отцу в День Победы. Отец, в этой жизни я не ищу кумиров, но то, что ты есть у меня, это прекрасно. Я никогда не забуду того взгляда, когда ты провожал меня в Афган. Эти стихи я написал для тебя. Надеюсь, что тебя не огорчу. Отец, не выразить словами к тебе сыновнюю любовь, ее доказывать делами, поверь, всегда я был готов. Еще я молод был годами, мечты тянули вдаль маня, но слово дал я перед вами, что не краснеть вам за меня. Я помню все твои рассказы о той войне, что ты прошел, и все отцовские наказы я понял в бой, когда пошел. Ты в той войне ковал победу, окопы, вши, госпиталя, и похоронка не щадила тот дом, где мать ждала тебя. На зло смертям, на радость детям, ты выжил в схватке роковой. Навеки будем помнить этот мы все твой подвиг фронтовой. Спасибо, что ты есть на свете, родной, любимый человек. Во внуках, правнуках и детях оставил след ты свой навек. Вот такое стихотворение я посвятил отцу в День Победы в 2000 году. Для патриотического воспитания наших вот детей, уже внуков, правнуков, это огромное значение имеет, чтобы из поколения в поколение помнили тех людей, благодаря которым
А мы живем, представляете, во время войны ушли с маленькой деревушки всего 45 дворов, 67 человек, по 4, по 3 брата уходили, многие не возвращались. И вот на этом стенде вот вся история, видите, как кинолента, вся хроника войны нашей деревни. Потомки все это должны помнить, в каждом селе в России, в каждой деревне должны быть такие щиты. И дай бог, чтобы государство помогало в этом. Все данные с военкоматов я взял с этих книг, и в каждом доме, в домах, где жили эти люди, таблички, помним, гордимся, фамилия, имя, отчество, год рождения, и когда я, кто погиб, кто жил, все, дети, внуки, правнуки, вот отцовские дома никто практически в деревне не продает. Летом, весной, летом, осенью здесь полно очень людей. Ну, это тоже знаково, чтобы эти дома сохранить в деревне именно в историческом плане. Девушка парня все ждала. Вот она сидела, пела песню все про любовь. Я всю жизнь училась с мамой. Вот я дочь учу, но она не поет, мало поет. Дочь готовит. Ну, раньше мы в деревне вообще гуляли, песни пели. Вот это наша баня по-черному. По-черному баня почему называется? Потому что стены в бане постоянно черные. Когда топит, видите, открытый огонь, костер практически. Здесь чан для горячей воды, там холодная вода. Все, единственная отдушина, которая есть вот здесь, видите, она открывается. И дым во все щели, вот, которые есть, туда и в первое время через двери тоже дым уходит. Помню, отец здесь, когда работал веником, зимой я постоянно с отцом ходил. Я лежал здесь на полу. Такая жара, вот камни на камни бросают, очень-очень жарко. Еще одно предназначение бани – это здесь, ну, как роддом был практически. Вот у нас в семье 9 детей, из 9-х 7 человек практически, если зимой родились, они в бане, значит, если летом, они в доме родились. Повитуха была, то есть не было у нас так вот врачей там и прочих акушеров. Вот каждый знал, кто принимал роды. Из 9-х я и младшая сестренка, мы в больнице, остальные все вот в бане родились практически. И вся деревня также практически. Вот. Ну ничего, здоровые выросли, все нормально. Примечательно то, что через нашу деревню, прямо там, где мы стоим, сейчас вот по основной улице проходил московский, большой московский сибирский тракт. Здесь была почтовая яма. Наши предки, вот и мой дед, вот в конце 19-20 века держали очень много лошадей для того, чтобы поставлять, чтобы меняли лошадей на этом тракте. Поэтому наша деревня помнит, это место помнит и доктора Чехова, и декабристов, и жены их. Они через нашу деревню проезжали, и сынные в кандалах. То же самое, тот же исторический очень большой пласт, связанный с нашей деревней. Вот мы находимся в доме, в типичном доме, в каком предки наши жили. Вот это проект дома один в один, как мой отцовский дом. Две комнаты, смотрите, две комнаты. Вот эта комната, она как, и как спальня, и как кухня. Основное предназначение, конечно, кухня. Видите, печка здесь стоит, все здесь готовится. Вот обратите внимание, вот этот стол, да? Вот этот стол является родовым нашей семьи. История этого стола очень интересная. Когда матери было 14 лет, мой дед был, ну, богатый относительно человек, стадо держал табун коней,
Ну, его посчитали за кулака, раскулачили. За одни сутки государство, двухэтажный его дом, вот дом, где, кстати, мы рядом, где мы были, двухэтажный дом разобрали, переставили в Колывань. И матери было 14 лет, она с бабушкой собирает лекарственные травы, почки, и в город пешком, вот здесь по тропинке, пешком через этот лес хвойный, 30-35 километров до города. Набрали деньги, и мама моя с Колывани, представляете, на санках вот этот стол снова выкупили, свой родовой стол, и привезла сюда. Потом она вышла замуж за моего отца, и вот они, отец, мать, нас девятерых вот родили, и вот за этим столом вот кормили. Сейчас я говорю, иногда наворачивают слезы, когда я вижу этот стол, вот там отец сидит, потом братья сидят, братья, сестры, маме никогда места не было, она не садилась по кругу, пока пищу раздаст. Ну, это здорово, вот это воспоминание у меня постоянно, когда я нахожусь вот за этим столом. Вот здесь, видите, бешек называется. Ну, зыбка, скажем, колыбель, да. Вот все 9 детей, вот, мы прошли через это. Я очень часто вспоминаю и вижу, вот там стоит мама и качает люльку. Вот до сих пор, вот у меня в памяти, как люльке подскажу, я вижу вот свою мать. Вот до того это все напоминает. Я очень часто прихожу сюда, вы знаете, это в память, я скажу вот о моих родителях, честно, вот как свой дом. Я часто прихожу, вот уже возраст, наверное, сентиментальный стал, даже слезы наворачиваются. Вот к печке подхожу, представляете, вот здесь иногда вот стоишь, как будто они присутствуют, вот как будто они здесь находятся. Вот я почему этим занимался, и люди помогали этому, вот всем селом вот собирали вот этот скарб, это в знак благодарности тем людям, нашим матерям, отцам, которые в сложнейшие времена в деревне нас по 8, по 9 детей поднимали.